Добрый день, коллеги. Меня зовут Клименко Александр. Я руководитель направления IT в компании «Простоев нет». И расскажу, чем мы занимаемся. У нас несколько областей деятельности. Ну, в первую очередь, IT-направление участвует в аудите, который проводит компания. Мы, конечно, смотрим IT-шную часть у заказчика. Мы участвуем в комплексных проектах, опять-таки, со стороны IT. А также на нас лежит обязанность проверять многочисленные новые идеи и подходы компании в железе и в программном обеспечении, разрабатываем собственный IT-продукт, ну и, разумеется, поддерживаем собственную IT-инфраструктуру, как современная компания, нам нужна собственная IT-инфраструктура. Ну, аудит. Что мы делаем в ходе аудита? Мы изучаем, какая у компании заказчика используется учетная система, и как она используется, какие модули внедрены, как они взаимодействуют, как они будут далее взаимодействовать с ЕАМ-системой при внедрении. Если уже имеется на предприятии ЕАМ-система, то изучаем, как она используется, опять-таки, насколько полно, какие процессы используются и какая отчетность формируется, какие ключевые показатели эффективности. Если нет ЕАМ-системы, то как ведется сейчас учет, да, на предприятии работ, технических служб и так далее. Разумеется, наши сотрудники изучают IT-инфраструктуру, насколько хватает серверов, есть ли там компьютеры на местах, на рабочих местах, где они требуются. Если планируется использование мобильных устройств, каким образом можно их подключить к сети предприятия и так далее. Ну и оценивают количество рабочих мест. И наша работа включается в общий аудиторский отчет для того, чтобы далее построить модную нынче, да, дорожную карту развития системы ТАИР, ну или просто план развития системы ТАИР на предприятии. Привет, я мультяшный робот «Простоев нет». Расскажу вам про курс «Базовые практики планирования ТАИР. Управление надежностью и критичностью оборудования по методике RCM». Простой – это потеря времени. В рамках производственной или промышленной компании любое неэффективное использование времени ведет к реальным финансовым потерям. Вы наверняка задавались вопросом, а как наиболее эффективно избежать простоев? Наш курс даст вам практические методы решения самых разных проблем, связанных с ТАИР. Освоив курс, вы сможете помочь предприятию сохранить ресурсы и увеличить объем производства. Курс подойдет инженерам ППР и специалистам по надежности, техническим директорам, директорам производственных систем и их заместителям, руководителям служб эксплуатации и ремонта, участникам проектных команд, развивающих систему управления ТАИР, менеджерам по автоматизации и управлению ТАИР, специалистам по разработке и аудиту бизнес-процессов управления ТАИР. Программа курса состоит из 10 разделов и рассчитана на 92 часа обучения. Обучение идет пошагово. Вы начинаете с изучения методологических основ и типовых вопросов, рассматриваете примеры из практики, пробуете применять полученные знания. Также вы получаете доступ к общей группе студентов курса, где можете задать свой вопрос преподавателям и общаться с сокурсниками. Курс проходит онлайн на нашей платформе СДО «Простоев нет». Вы можете учиться с любого устройства. С телефона, планшета или компьютера. Все, что вам нужно, это доступ в интернет. В рамках курса вы освоите практические методики, которые найдут свое применение на любых промышленных предприятиях. Вы познакомитесь с конкретными проектами ТАИР, от «Простоев нет», которые реализованы в России и СНГ. По окончании каждого учебного модуля вас ждет практика, тестирование и вебинар обратной связи. А по итогам обучения на курсе вы сможете получить сертификат. Обучение уже прошли более 1500 специалистов ТАИР из 300 производственных компаний. Переходите по ссылке под этим видео и записывайтесь на бесплатную ознакомительную часть нашего курса. До встречи на курсе!